Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн. И это игра «Королевство и замки». Эту игру я давным-давно уже заметил, мне ее даже советовали поиграть в нее, посмотреть на нее, но как-то я не мог найти нормальную версию, даже пиратскую версию вообще, чтобы поиграть. И здесь вот недавно появилась возможность, я нашел ее для того, чтобы скачать, это пиратская версия. И игрушка довольно-таки интересная. Я за кадром поиграл, потому что она на английском языке. И, конечно же, мне будет немножко трудно понимать какие-то нюансы, так скажем, да. И вот здесь бы хотел бы сразу сказать, что, ребят, не нужно бомбить, не нужно там писать там типа тупой или еще что-нибудь в этом роде. Если вас это не устраивает, просто уходите и не смотрите. Что ж дальше? Игрушка экономического плана, то есть мы будем развиваться, добывать ресурсы, также отбиваться там от всяческих нападений, да, то есть будут на нас нападать викинги, там драконы прилетать, от которых вроде бы тоже можно как-то отбиться, если я не ошибаюсь, строить город, замок, добывать ресурсы, и все это здесь будет, так что давайте начнем. Ну и когда мы начинаем играть, то нам дается вариант выбрать сложность. И я так понимаю, это вот самое легкое. Типа здесь нету опасностей. Потом изи и хард. Я давайте выберу изи. Это типа, наверное, средняя какая-то сложность. То есть мы можем выбрать название карты и... А, и смотрите, мы можем выбрать размер карты другой. То есть мы можем какие-то варианты, посмотрите. Это интересно. Это интересно, серьезно. Так, ну, даже не знаю, где... Давайте что-нибудь интересненькое найдем, так как... О, вот здесь вот островок очень прикольный. Так как здесь можно построить прям настоящий замок, то есть обвести его забором, стенами, вышками, воротами, то надо как-то покрасить. Хотя, с другой стороны, зачем покрасить? Можно просто хотя бы начать для начала. Не забывайте, что вот эти вот, даже зеленые и вот эти вот пустынные, это тоже влияет на самую... Ну, вот, давайте здесь вот и начнем, собственно говоря. Также можно выбрать, ну, какой-то флаг, да, знак. Вот давайте вот это выберем. И зеленый и желтый тоже отличаются от тем, что добыча. Вот фертилайзер, здесь very fertilizer, да, а здесь, ну, барон. То есть здесь вообще ничего не вырастет. Давайте попытаемся начать. И нам нужен наш замок, да, для начала. Вот так он выглядит. Такой, знаете, как будто бы недостроенные вот вышки посередине. Или что это такое, не понимаю даже. Но, в принципе, давайте вот где-нибудь здесь установим. Установим, все, стройка началась. При этом при всем все ресурсы будут отображаться прямо в реальном времени. То есть вот здесь, вот, как видите, лежат доски. Вот тут вот лежит еда такими стаками, так скажем. И человечки у нас, да, они такие квадратные. Да и вся игра будет такой, как бы, ну, пиксельный, что ли. Даже воксельный, наверное, нет. Ну, воксель нет, пиксели все-таки. И здесь при этом при всем есть вот, ну, какие-то помощники, да, которые нам будут подсказывать, так скажем, как развиваться. Также есть ускорение, пауза и тому подобное. Ну что ж, смотрите, начнем с того, просто что здесь можно строить. Это кастл, замок. То есть всяческие части замка, при этом при всем Archer Tower, то есть вышка лучников, да, то есть генерал, армия генералов, ну что-то, какие-то баллисты, развитие самого города, то есть таун, город, да, здесь обычные дома, колодец, дороги, мосты есть, также чего-то, библиотека, да, то есть таверна, госпиталь, тоже вот что-то, я не знаю, что это такое. Builder of Water, что-то с водой связано. Здесь также food, да, то есть по поводу еды, то есть это, допустим, обычные поля, сад с деревьями, да, это хранение еды, огромное хранение еды. Ну, понятно, что это, по-моему, как ее ж, господи, мельница, вот. Что-то еще, какая-то кузница, по-моему, да? И рынок, кстати, рынок тоже есть. Тут денежки даже можно зарабатывать. И индустриализация, здесь уже добыча всяческих материалов. Материалы довольно-таки в большом количестве присутствуют. Это, конечно же, дерево, которое мы сейчас прямо начнем добывать. Основной ресурс, который понадобится нам просто в огромном количестве. Также есть вот этот обычный камень. Какой-то такой вот камень. И вот здесь вот есть такое вот железо. Да? То есть, при этом при всем, вот здесь железо... Я не знаю, как я буду его добывать, потому что к нему нужен прям прямой подход. Так, а давайте еще посмотрим. Ну, вот здесь железо, если что, будет.
Ну и в принципе, окей. Ладно, давайте, наверное, начнем. Давайте начнем развитие. На большой скорости буду играть, чтобы побольше за сегодня построить. В первую очередь нам нужно, конечно же, дороги и немножко, немножечко развитие города, да, то есть вот давайте вот так вот дороги построим. И сразу же мы можем поставить, допустим, ну вот так вот, давайте два домика поставим. У нас 5 жителей сейчас, вот уже зима началась, как видите, быстро очень проходит периоды жизни. Да, вот, видите, была проблема, то, что у них домов нет. Но вот сейчас вот дома появились, и все, все отлично. Так, дальше. Дальше нам нужна еда. Давайте сразу же где-нибудь... Можно даже, кстати, вот... Давайте дорогу сначала проведем, да? Допустим, нет, не то. Вот так вот. Вот так, вот так, вот так вот. Вот так, вот так, вот так вот. К примеру, понеслась. А здесь где-нибудь сейчас поле построим первое. Допустим, вот тут вот. Оп. И вот здесь вот, допустим, можно еще... Ах, не хватает, видите, не хватает деревьев. Но ничего страшного. Мы давайте вот тут вот, вот тут вот, вот тут вот. Вот тут вот. И еще вот тут вот вырубим. Жалко, я горячих клавиш не знаю, конечно. Но ладно, ничего страшного. Так, ускоряем. И пошло строительство дороги. И довольно-таки интересно все это выглядит. То есть сами человечки такие тык-тык-тык-тык-тык-тык. То есть, да, как-то казуальненько, с одной стороны. Как-то вроде бы простецко, но... Но, черт возьми, я вам обещаю, что вот к концу серии вы поймете, что здесь есть все-таки масштабность. И есть такой интересный момент, который вас заинтересует. То есть вам станет интересно, что это за игра. Конечно же, любое развитие требует людей, да. То есть вот, допустим, здесь требуется 3 человека для полного, так сказать, для полной работы этого сада. Поэтому, если мы, допустим, больше еды делаем, чем нам нужно. Или, допустим, короче, если все люди будут работать, то они не будут строить, они не будут добывать и тому подобное. То есть здесь это нужно учитывать. То есть вот, допустим, на поле получается по одному человеку. То есть сейчас здесь занято будет 5 человек. Об этом нужно не забывать. И следующее, что нам нужно сделать для добычи, это вот это вот. То есть начать добывать камень. Но как бы для этого нужно сначала очень много дерева. Вот они сейчас добывают. Давайте ускорим. У нас еще 5 человек есть, которые должны и строить, и добывать. Так, 15. Есть 15. Вот так вот ставим. А, нет, не получится, потому что здесь нужно дорогу сначала подвести. Так, давайте уменьшим скорость и... Да, вон так. И, допустим, Или вот так вот дорогу сделать. Нет, давайте здесь уберем. Мне не нравится так. Давайте вот, к примеру, вот здесь вот как раз-таки, видите, спуск такой. Почему бы здесь сразу прям и не сделал, да? То есть вот так вот. Почему она... Вот так вот, вот. Такую вот дорожку сделаем и давайте ускоряем. Да, если вы знаете хорошо английский, здесь постоянно пишется, так сказать, помощь, да? Что в первую очередь требуется городу, что, на что, что они просят. И, в принципе, допустим, на домик можно нажать и увидеть тоже вот. Требования. Здесь у нас крококакл, то есть это коксовый уголь. Требуется, они будут сжигать дерево ради вот этого коксового угля. То есть еда у нас, в принципе, сейчас добывается, это будет нормально. Будут сжигать дерево ради вот этого угля для того, чтобы отапливать как раз-таки домики, да, чтобы зимой было тепло. Так, вот этот крококакл, давайте мы его вот сюда вот куда-нибудь поставим. И здесь у нас будет занято, пока не видно, но строительство вот потихонечку началось. Также все здесь работает по такому принципу, что приходит строитель. Вот здесь, видите, даже еще не назначен строитель. Давайте ускорим, посмотрим, как это все произойдет. Сначала должен назначиться строитель. Какой-то, кто-то из людей, да, то есть... Вот опять же, по-моему, людей у меня слишком мало становится, потому что они переноской занимаются. Вот, нет. Вот, видите, вот строитель один. И он начал со склада носить деревья, приносить их на строительную площадку. Должен вот 12 принести, ну 15 в общей сложности должен принести. Либо он вот берет, собирает здесь из леса, приносит.
складывает. И когда он соберет 15, ну, строительство потихоньку, как видите, идет. И когда 15 принесет, тогда и достроится полностью. И так с любым зданием, при этом, при всем, где и камень требуется, или еще какие-то ресурсы. Ну, с едой у меня 18 из 50, то есть сейчас уже скоро вот, скоро уже даже вот яблони уже готовы. Так, у меня 7 из 10 людей, так что, в принципе, торопиться не будем. Так, следующее, что нам нужно, ну, хотя вот как раз-таки вот эту штучку и нужно. Я думаю, сейчас они... А, ну вот, уже и здесь тоже, да, строить начали, потому что каменщик уже готов. Ух, на каменщика уйдет 4 человека, представляете? Но как сейчас я... Как только я сейчас улучшу вот здесь вот этот уголь, да, делать, то здесь улучшится... Happiness, да, счастье, по-моему. Счастье города, и люди станут намного больше производить человек, вот так, ну, город начнет больше производить людей. Как-то так, наверное. Так. Ну, в принципе, да, пока что ничего я не могу строить, так что ускорение и ждем. Все, вот. Как видите, построилось, и сейчас оно начнет добычу. Кстати, вот здесь вот уже есть производство. Видите, камень начинает производиться. Уже 2 штуки добыли. А здесь, кстати, тоже сбоку вот идет. Пишется там 7-й год, да, то есть пишется, что произошло. Но вот здесь вот пока человек не назначен, к сожалению. И это печально. Вот сейчас, по-моему, нет, камень таскает. Ну вот надо людей. Вот у меня 10 из 10 уже. Давайте-ка мы еще один домик построим, чтобы, если получится у меня, конечно. Вот здесь бы не такое количество людей, тут бы половинку. Так, это что? А, это склад. Сторос — это вроде бы склад. То есть здесь может храниться камень, допустим, да, то есть уголь, дерево и всяческие материалы, железо в дальнейшем. То есть здесь тоже это все можно добывать. Видите, как видите, камень начинает сюда складывать пока что. Ну, жесть, ты чё, сюда человечек не приходит? Ну, ладно, может быть, вот здесь вот достроится. Так, а как бы... Давайте мы, может быть, остановим какой-нибудь... стоп, допустим, вот так вот, давайте остановим, вот так и вот так вот остановим. У меня 2 человека освободятся, да? 2 человека освободятся, то есть они сейчас и строить будут быстрее, и сюда сейчас кто-нибудь... Вот, видите, уже назначился один человечек. И все, он сейчас вот, смотрите, видите, взял дерево и побежал. И сейчас здесь начнется производство вроде бы. Ну, я так надеюсь. Так, ладно, давайте скорость понизим, посмотрим. Колодец, да, конечно же. Как же город без колодца? Ну, наверное, это и так понятно, да? То есть колодец — это вода, и без воды, конечно же... Ну, давайте вот здесь вот построим. Без воды, конечно же, город жить не сможет. Ну, здесь-то сможет, но с колодцем счастье-то у них будет получше. Вот, здесь начался сжигаться, гореть дерево, чтобы превратиться в уголь, древесный уголь, чтобы отапливать домики зимой. Счастье от этого сразу поднимется. Тут, видите, уже типа плюс 8 счастья, и все. Вот единственное то, что здесь вот нету счастья, это потому что здесь как бы нету улицы, нету рядом домов, как бы типа того, на это они как бы ругаются. Давайте рубкой займемся пока что, потому что, как видите, деревья кончаются постоянно и в большом количестве, быстро точнее, да, и деревьев надо очень много. Так, с едой пока что у меня вроде бы все нормально, вот в большом количестве приносят еды, прям вот... Она даже не успевает кончаться. Жалко как-то вот нельзя посмотреть, сколько у меня свободных людей, да, то есть сколько идлы. Вот это вот, наверное, идлы как раз-таки не заняты, наверное, я так думаю. Да, наверное, кстати. Вот здесь должно быть... Воу, увидели? Удар грома был. Я так понимаю, что можно поджечь дома таким образом. Это не очень круто. Давайте сделаем... склад, и, наверное, сразу хороший склад. Ого, вот это мощь. Да, наверное, такой склад мы и сделаем, ребятки. Вот так вот. Такой прям
один мощный склад сразу же. Почему зачем делать много маленьких, если можно сделать один большой, да? Ну, как бы, по-моему, так правильнее будет. Так, здесь 25 нужно 25 дерева, поэтому давайте я потерплю немножко и скрафчу себе еще 25 дерева. И сделаем сразу здесь, поставим побольше домик, ну, то есть, чтобы он был покруче. Так, с едой пока все в порядке, еды пока хватает. Здесь можно еще поля построить будет, или еще сад построить, или еще какую-нибудь другую еду. Здесь же у нас уже вот можно сделать склад. Также, видите, был какой-то... Что это такое? Это такая вышка невысокая, что ли? Или... Серьезно? Это... Или это здание такое built and stuck and from walls and towers? Типа соединяет, я так понимаю, здание или вышки. Так, ну вот здесь вот уже repairs damage структур. Я так понимаю, ремонтирует структуры, которые были поломаны, да? Forest. Вот эту вот вещь я немножко не понял. Хотя переводчик мне в помощь. Так, если я правильно понял, то это... Где она? То это типа лесника, который сажает деревья и вырубает их. Поэтому давайте попробуем его сделать. Мне это интересно, по крайней мере. И где-нибудь, допустим... А где бы вот его... Интересно, прям вот в лесу его нужно сажать? Ну, как бы сажать, господи, делать. Или без разницы где. Давайте сделаем... Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И здесь срубим. И вот здесь вот, или вот здесь вот где-нибудь сделаем этого лесника. Так, давайте ускоряем. Или вот здесь вот вообще. Здесь вообще плодородная земля, посмотреть. Посмотрим сейчас. В общем, посмотрим. Так, с едой все в порядке. Так, ускорение включено. Вот склад уже, собственно говоря, готов. Как видите, здесь можно даже отфильтровать, что конкретно будет у нас производиться. Ну и как бы это очень-очень даже круто. Таун. Так, 25. Ну ладно, как раз-таки. 23. Давай, еще один. Еще. Вот это что такое? Какой-то крест, что ли, или виселица. Даже не буду переводить, наверное, не очень важная вещь. Хотя, я думаю... Вы, я уверен, мне подскажете в комментариях, что это за штуковина была. Так, и давайте уже домик такой более, более большой сделаем. Вот так вот сделаем дверьку, чтобы на эту улицу смотрел. Ну, вот так вот уже более интересней. 15 человек, я надеюсь, строители найдутся. Здесь, как видите, носильщик всего лишь один получается, да? Но, как видите, уже инструменты, точнее материалы начинают складываться. Это круто. Так, вот, кстати, вот здесь вот прям можно и... Где этот... Так, вот опять же не хватило леса, немножко не хватает, да? Давайте так вот, наверное, да? Так вот. По-хорошему здесь желательно вырубать, наверное, только плодородную землю. Хотя какая, думаю, разница? Дерево постоянно кончается, потому что оно постоянно тратится вот здесь вот. Но это понятно. 14-й год уже. Не знаю, есть ли предел годам, которые мы здесь проходим. Музыка атмосферная, очень крутая. В меню очень крутая музыка. Саундтрек прям шикарен на самом деле. Почему-то не достраивают. Хотя вот-вот-вот. Видите, здесь уже отлично. Этому дому все... Все подходит, он плюс 12 человек дает, то есть 3 здесь уже есть. То есть пошел прирост. Шикарненько. Я бы с удовольствием себе побольше людей. Так, и вот с едой, наверное, нужно запускать поля. Потому что... Ну, давайте одно поле пока запустим. Потому что что-то мне страшновато, я боюсь, что мне не хватит еды. Так. А, ну да, я не могу строить за городом. Ну вот, вы прекрасно видите, да, вот эта территория белой линии. А вот давайте вот здесь вот попробуем. Даже не будем глубоко запихивать, так скажем. Посмотрим, мне интересно,
Я честно могу сказать, я строил это здание уже и построил так вот, просто в поле. И оно не работало, он ничего не сажал. Я думаю, что должно вот так вот быть. Надо его где-то среди деревьев поставить, и тогда он как бы будет рубить и сажать сразу же там, где срубил. Вот так вот это, наверное, будет работать. Ну, я так думаю, по крайней мере. Так, здесь... О, дракон! Дракон, да, вот. Дракон, и честно, ну, в предыдущий раз он типа, ну, я не знаю, ничего не сделал. Но... Вот, он, видите, не атакует, он просто летает, типа, такой, типа, такой, ну, типа, они даже не останавливаются, не останавливают свою работу, это, поверьте, это не горит, это, или, нет, стоп, или это горит как раз-таки, не понимаю, по-моему, это как раз-таки горит. Или это он... Да-да-да, видите, видите, они его тушат. Воду из речки взяли и, видите, тушат. Ха-ха, прикольно. Так вот, и дракон всего лишь делает счастье, то есть минус 15 счастья. Он не атакует, и я не знаю, можно ли будет его сбивать, он уже улетает вон. Ну, в общем, ну, как-то так. Вау, по-моему, да, ребятки, вот он пошел рубить сам. По-моему, да, по-моему, он пошел сам рубить. Это отлично. Так, давайте дальше продолжим. Как видите, здесь довольно-таки приличное количество открылось. Так, и... А, ну да, это... Вот смотрите, дальше уже здесь вот... был. Это Iron Mine, то есть железо, да? Blacksmithing, масон. То есть вот к этому камню, я почему-то не могу представить структуру добычи камня. К железу, только к железу можно приделать, да? То есть вот только к такому. Iron, вот оно. Железо где-то вот здесь вот есть, если что. Так, ну, допустим, blacksmithing я уже могу построить, да? То есть спокойно. Давайте построим, почему бы нет? Хотя нет, у меня же не добывается железо. Зачем мне? Зачем оно? Таверна. Таверна. Манор, это большой город, типа... Церковь, да? Бейкер. Воу. А, ну вот. Вау. Давайте. Да, по-моему, нужно, да? Да, давайте-ка здесь. Вот это поле мы сейчас уберем. А здесь, вот здесь мы сейчас построим, знаете что? Склад. По-моему, так правильнее будет. Давайте ускоряем. И как видите, у нас уже получается такой довольно-таки большой и обширный городок. И функциональность этого городка, ну, просто зашкаливает на самом деле. То есть, это всего лишь начало разработки этой игры, да? То есть, это бета Build 3.0.42. Ну, понимаете, то есть, это вообще прям начало, можно сказать, развития этой игры. И в дальнейшем здесь может быть больше появляться всяческих возможностей в самой игре. Так как я люблю подобного игры... подобного жанра игры, то есть типа Stronghold, типа Settlers'ов, да, то есть, то эта игра, конечно же, мне нравится. То, что здесь графика такая, она наоборот добавляет, как бы это сказать, свою изюминку, да, даже строительство, само строительство, как оно строится, довольно-таки прикольно, да. На мой взгляд, конечно же, я могу ошибаться, точнее, и вы можете со мной быть просто не согласны, но я думаю... Никто не будет спорить, что выглядит довольно-таки прикольно. Давайте попробуем... Давайте попробуем вот здесь вот. Нет, не подсоединяется. Хотя не подсоединяется, потому что у меня туда прохода нет. И, как видите, мельница уже готова. И, я так понимаю, вокруг будут засеиваться поля. А здесь мы еще обязательно давайте построим вот. Первый склад. Первый склад с едой. Большой я пока не буду строить. Вот так вот. Здания сами очень прикольно выглядят, да, смотрится прям, ну, так, миленько, ничего лишнего. Склад вообще, кстати, отлично. Такая. Сейчас у меня пришла мысль. Это Stronghold, не Stronghold, а Stoneheart. Знаете, такую, наверное, игрушку видели на моем канале. Это Stoneheart с видом издалека. Вот так вот скажем. Stoneheart, наоборот, более детализированно, а это вот Stoneheart такой, ну, более масштабного вида. Так, вот что-то типа такого. Почему-то у меня сейчас такие ассоциации появились. И если вам эта игра понравилась, то вы знаете, что делать.
Игрушка прикольная, поиграть в нее стоит, хотя бы просто попробовать. Всем всего, удачи и пока.